В сегодняшнем видеоролике продолжаем путешествие по Ижимскому району Республики Коми. Подлетаем к деревне Машьюга. Расположена она на живописном левобережье реки Ижма, возле устья реки Машью. Эта речка, вытекающая из болот, и дала название деревня. Хотя ранее называлась она Кулим. Название происходило от слова Кульме, что в переводе с языка Коми означает нерестица. Несомненно, местные реки славились как места для нереста рыбы. Судя по документальным данным, Машьюга основана в 18 веке, в период между 1745 и 1763 годами. В те времена, с ростом населения в деревнях вокруг Ижимской слободы, обживались все новые приглянувшиеся места выше и ниже по реке Ижма. На окраине деревни путников встречает лиственничная роща. Это природная достопримечательность всей Ижимской округи. Роща эта заповедная, охраняемая неписанным местным законом. Впрочем, лиственницы, черемухи или рябины в этой деревне растут почти у каждого дома. Напротив этого лиственничного бора более 2,5 веков назад причалил свою лодку Яков Филиппов. Из села Ижма он поднялся по реке со всем своим скарбом. В руках жены, недавно появившийся на свет сын, своего первенца Яков назвал Тимофеем. Повесил он люльку на крепкий сук и начал рубить домик. Старожилы говорят, что этот дом простоял около 200 лет, а потом на его место был поставлен крест. Так чтили жители деревни первопоселенца. Род Филипповых разросся, а потом появились фамилии Вакуевых, Бабиковых, Истоминых. В 1782 году в деревне Машьюгской проживало 26 мужчин и 41 женщина, в 1859 году здесь уже насчитывалось 22 двора, 292 жителя, 148 мужчин и 144 женщины. Потомки первопоселенца, Мария Кирилловна и Николай Кириллович Филипповы начертили родословное древо, в котором ныне одних мужчин насчитывается около 600 человек. Все они носят фамилию далекого их предка. До сих пор от старожилов можно услышать истории о многих своих земляках, прославивших своими действиями, своей силой и смекалкой, своим добродушием родное село. Вот только некоторые из них, по воспоминаниям Евлалии Ивановны Филипповой, ее дед прослужил царю-батюшке 25 лет. Однажды назначили его в караул. Скучно стало стоять около казармы, увидев вдали большущий камень, притащил его к дверям. И тут объявили тревогу. Солдаты не могут выйти из казармы. Наконец, часовой догадался сдвинуть камень. Перед строем командир полка приказал, притащившему камень к дверям, 2 шага вперед. Солдат испугался, но вышел из строя. Полковник еще раз посмотрел на солдата и сказал: «Спасибо, солдат, за силу богатырскую», и дал солдату серебряный рубль. Солдата из Машьюги звали Илья Филиппов. От природы был очень сильным и Матвей Федорович Филиппов. За проявленную храбрость на русско-японской войне был награжден Георгиевским крестом. В 1812 году, когда армия Наполеона вторглась в Россию, население деревни составляло всего 113 человек, 64 мужчины и 59 женщин. Но деревня послала на защиту России 5 рекрутов. Всего из Ижимской волости в Отечественную войну 1812 года было призвано 89 рекрутов. Жизнь деревни протекала в русле извечного крестьянского житья-бытия, она почти не поддавалась новым веяниям и десятилетиями мало что менялось. Начиная с конца 18 века, жители Машьюги начали заниматься оленеводством. Дохода поступать стало больше. Появились зажиточные сельчане, строились двухэтажные дома в селе. Но трудные времена тоже не всегда обходили стороной. Особенно тяжелыми для ижимских крестьян были 30-е годы 19 века, когда один за другим последовали 8 неурожайных лет.
На тяжелом положении крестьян крепко наживались чердынские купцы, за каждый пуд муки брали втридорога. В конце XIX века много оленей пало от различных болезней. Многие семьи оленеводов вынуждены были покинуть родные края, перебраться за Уральские горы. Жители Машлюги по сравнению с жителями других ижимских сел жили скромнее. Пахотных земель было мало, но на зерновое поле обращали большее внимание. Архангельский губернатор князь Голицын, побывавший на Ижме летом 1887 года, отмечал, увеличение количества пахотных земель производством расчисток идет весьма медленно. Так как делать таковое на правах 40-летнего безвозмездного пользования землей несостоятельные крестьяне не могут, а частые неурожаи хлеба отбивают охоту более состоятельных из них увеличивать свои пашни. Для посева употреблялся в основном ячмень, ржи сеялось самое незначительное количество. Землю обрабатывали обыкновенными сахами и баронами, удобряя предварительно навозом, недостатка которого при значительном развитии скотоводства не ощущалось. В 1868-1886 годах в Машлюге в среднем на одного едока собирали зерна 5 пудов и 5 фунтов, что немного больше по сравнению с другими населенными пунктами Мохчинской волости. Но своего хлеба все равно не хватало, значительное его количество приходилось покупать у чердынских купцов. Помещичьих крестьян в Ижимском крае не было. Зажиточное крестьянство сосредоточило в своих руках не только лучшие земли, но и большое количество скота, продукция которого выходила за пределы крестьянской семьи. Упомянутый ранее губернатор Голицын писал, что население Печорского края создало себе особую промышленность в сфере скотоводства, оно держало домашний скот весьма в большом количестве исключительно ради торговли его мясом и приплодом. Но тут же признает, что во всякой деревне имеется только один, иногда два и более дворов, которые держат по 10-12 голов крупного рогатого скота, до 5 лошадей, и до 10 овец. Машлюга росла, и в 19 веке стала селом. Как и всякое село, она должна была иметь свою церковь. Впервые церковь была построена в 1851 году, но зимой 1874 года она по халатности церковного сторожа сгорела. На средства богатого оленевода по имени Флор была построена новая церковь с колокольня. При этом Флор по рассказам краеведа Василия Степановича Филиппова разорился и вскоре умер. Был он похоронен возле церкви. Новая церковь строилась позднее местных каменных храмов, и под сильным влиянием их архитектуры. Поэтому в ее облике так сильно чувствуется влияние классицизма. Здание обшито под камень, имеет грамотно сделанные карнизы развернутого классического типа. В храмовой части над карнизом возвышается второй ярус с квадратными окнами второго света. Прежде над центральной частью был большой восьмигранный барабан, увенчанный широкой головой луковичной формы. Колокольня построена в 1884 году. Прототипом для его возведения послужила каменная колокольня в соседней Мохче. Местные плотники под руководством мастера с фамилией Канев срубили деревянную колокольню, точную копию каменной мохчинской. И надо признать, что копия получилась удачной, и, пожалуй, интереснее своего образца. Новая церковь была освящена в честь собора Пресвятой Богоматери. Одно за другим повторяющиеся в последние десятилетия XIX века неурожаи ухудшили и без того нелегкое положение крестьян села. Еще тяжелее было с хлебом в 1901-1903 годах, а вообще, начиная с конца XVIII века до 1920 года из села выбыло более 60 хозяйств. Люди семьями уходили за Урал,
Лавозеро Мурманской области и другие места. Вскоре после октября 1917 года докатились революционные преобразования и до Ижемской глубинки. Весной 1918 года в селе был организован волостной исполнительный комитет советов. С 1920 года по 1929 год Машьюга была самостоятельной волостью. С 1929 по 1959 год именовалась как село. С 1959 года деревня Машьюга Мохчинского сельского совета. В довоенные годы в жизни села было немало хорошего. Как и по всей стране, царило созидание, а вера в светлое будущее утраивала желание и силы для достижения поставленной цели. В канун войны в Машьюгской волости зерновых сеяли на площади 185 гектаров, овощей и картофеля выращивали на площади 32,2 гектара. На фермах имелось 189 голов крупного рогатого скота, в том числе 173 коровы. Колхоз имел также 630 оленей, 97 овец, 7 свиней. В 1935 году в Машьюге открыта неполная средняя школа, а в 1938 году был открыт медпункт. На защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков из Машьюги отправились 58 человек, из соседней через речку деревни Щель 27 человек. Вернулось только 34. Виссарион Ипполитович Филиппов на фронте был разведчиком, награжден 5 боевыми орденами. Его портрет вывешен в Музее воинской славы, что на Поклонной горе в Москве. В послевоенные годы в селе развивалось сельское хозяйство. В 1973 году был образован совхоз Ижемский, в том же году в среднем от одной коровы было надоено 2733 килограмма молока. Деревня сегодня очень красива. Люди сумели сохранить свой язык, исторические народные традиции, самобытную культуру, накопленные более чем за 260 лет. И сегодняшнее поколение может гордиться делами своих предков и историей родной деревни. Вот такая славная история села-деревни Машьюга, сохраненная в памяти поколений и документальных записях, рассказанная всего в двух словах. Если вам понравились аэросъемки сел и деревень, подписывайтесь на мои каналы в YouTube и Яндекс.Дзен. На них вы можете посмотреть более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. На новый канал в Дзен воздушный репортер и страницу ВКонтакте можно перейти по ссылкам, которые вы видите на экране и в описании к видео.